Наше счастье получилось, что мы, когда были в Москве на проматуре уже, когда мы были в Москве на концерте в «Известия холле», мы познакомились с нашей землячкой, в общем-то. Да. Прекрасной девушкой Алиной Якуповой, которая была на этом концерте в вип-зале. Моя сестра. И Якуб, она Якубова, которая была в этом зале на концерте, с которой мы познакомились там. Там было очень много вип-гостей. Вы сказали, что вы меня знаете. Я сказал, что я знаю, Рому. Да, я сказал, что Рома очень похожая фамилия. Может быть, он какой-то ее неизвестный брат. Да, на самом деле, нам было очень удивительно видеть такую заинтересованность в ее лице, в ее глазах, потому что, знаете, красивая девушка, молодая, и тут она нас спрашивает, как у вас дела, что такое, как бы, мне так нравится ваша песня, вот так зародилось наше с ней знакомство. Ну и потом за ужином мы как бы рассказали все эти истории друг другу, и она говорит, ну, ребят, я не могу сильно вам помочь, но как-то я могу вас как-то профинансировать. Вот такая была история. Потом мы с ней встретились еще раз в Кишиневе на презентации клипа, перед нашим отъездом. Ждали ее в Стокгольме, к сожалению, она не смогла приехать.